Ладно, новый рекорд 205 метров. На соси. А, где там лунка? Я в упор не вижу лунку. А, вон. Франкин, догоняй. Та последний, та обоссанная макака. А, в Африке горы вот такой вышины. Песок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я должен. Оу, да, Берди, Берди, Франкен Берди. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить GTA 5. Чё там вякнул? Эй, эй, чё ты там вякнул? Промазал. Окей, ладно, переходим, короче, к Майклу. У него, в принципе, нет заданий, вообще нет заданий. Но мы с вами замутим, короче, встречу Майкла с Фрэн... Ну, с этим, с, Фран... с Франклином, да. А, Майкл у нас дома. Сейчас мы звякнем Франклину. Соберись, твою мать. А, ну типа... Типа он горюет. Ладно, типа он горюет. Окей. Костюмчик, хорошо. Костюмчик, все дела. Выпить надо вискаря. Где-то здесь у меня стоит бутылочка. С горя, с горяча. Так, ну и отлично. Кратить пить. Много вредно. Много вредно. Стаканчик хорошо, много вредно. Так, ладно. Звоним Франклину. Так, у меня какое-то сообщение. Только что поступили, понятно. Где у нас тут контакты? Аманда, дирижабль. Можно с дирижаблем поболтать. Вот, Франклин. Встретиться. Франклин, привет, парень. Хочешь составить компанию старику? Конечно, я с тобой, брат. Если планы сорвутся, позвони мне или еще что. Супер, я еду. Ништяк. Франклин вас ждет. Окей, Франклин нас ждет. И поедем, наверное... Блин. А Порше? Порше-то я просрал, да, где-то, что ли? Да ну нафиг. Я такую тачку просрал, да? Ай, блин. Ну ладно, поедем на этом. Поедем на этом корыте. Так, ладно. Едем за Франклином. Едем за Франклином, где он меня ждет? Он меня ждет у себя дома. Недалеко. Почти соседи. Блин, а где же я Порше-то оставил свое? Я вот не помню, если честно. И это не есть хорошо. Может, она где-нибудь на штрафстоянке находится? И, короче, я думаю, поедем с вами поиграем в теннис. Да, поедем, поиграем в теннис с Франклином. Я думаю, можно. Тем более вы в комментах писали то, что можно в гольф, либо в теннис сходить. Насчет клуба вы не писали. Клуб, значит, сгоняем, короче, как-нибудь в другой раз. Вот. Но в клуб надо будет обязательно, потому что Майкл все равно, ну, до сих пор торчит, короче, Франклину бутылку пива, как он, помните, обещал-то в начале. Было такой разговор. Так, окей, мы приехали. Франк не ждет вас, нажмите Е. Okay, let's go. Так, вместе с друзьями вы можете побывать в разных местах, таких как кино, hey, теннис. Эй, брат! Так, окей. Поехали. Смотри, в гольф можно сгонять. А где теннис у нас? В смысле? Дартс, смотри, есть. Так, а где теннис? Интересно, девки пляшут. По 10 штук в ряд.
Блин, ну бухать это днем, это хреново, надо вечером ехать бухать. Окей, ладно. Ладно, поехали в кинотеатр тогда, чё? Или... А поехали в гольф, пофиг. Поехали в гольф. Играющий, знаете, всегда отображается на драйве. Откройте карту, чтобы увидеть все доступные здания. You know, I haven't hung out socially with anyone too much recently. Got too much family. В гольф? Craziness for years. Еще бы научиться играть как-то. What do you mean? I don't know. I guess I mean growing older. Жалко, что нельзя, короче, здесь там, допустим, по пивку, да, взять с собой. Опа, проехал поворот. С собой по пивку типа взять там. В гольф поиграть, пивка попить. Было прикольно. So you got everything and you're unhappy. I don't get it. Well, I guess you gotta have something to complain about. Otherwise, life would be boring. Man, this is. Так, не туда. Там у нас ремонт дороги. О, нифига себе разогнался. Ух ты, что-то подзагрузилось, аж зависло все, аж пришлось врезаться. Да ты что таранишься-то? Уйди, таранится тут. Так. Мы почти приехали. Здесь именно вот на этом, да. Здесь, наверное, только один гольф-клуб, да, такой крутой. Типа. Если хочешь, чтобы тебя разделали под орех, типа что-то там. Давай в гольф, что ли? Давай в гольф. В принципе, я думаю, Франклина и Майкла не будут на них, короче, эту. Ментов вызывать. Пошли. А, чтобы сыграть в гольф, нажмите Е, взнос за участие 200 баксов. Погоди, а сколько у Майкла денег? 531. 1000. Прикинь, можно еще и бизнес купить. Ну окей. В принципе. А цель игры в гольф — вывести мяч из стартовой зоны, идти на площадку с лункой грин и забить в лунку минимальное количество ударов. Окей. К мячу можно подойти пешком, подъехать на каре или перенестись мгновенно. Понятно. Окей, погнали. Так, клюшку мне дали. Так что погнали. Перейти к T-Caps, счетная карточка, тап, выйти. Так. При участии в спортивных играх ваша сила будет расти, что позволит вам быстрее подавать мяч в теннисе и выполнять особые мощные удары в гольфе. Так, я все понимаю. Давай, садись. Я все понимаю, только... Куда мне ехать? А, вон туда? Выше? По газону можно ездить? Так, а где... Вот это? Подойдите к Ти. Ти где-то дома сидит. Так, ну я подошел. А, во. Окей, смотри. Мне нужно зафигачить. О. Это сила удара, да? Так. Мне нужно зафигачить. Вон там лунка, да, самая такая. Которая далеко нарисована. Нажмите замах. Когда клюшка дошла до высшей точки, замах ударить по мячу. Блин, я, конечно, ничего не понял, но... Окей. Ладно, бьем вот так. Лоб. А, не понял.
понятно. Сила 89%, короче, вот так как-то. Ладно, новый рекорд 205 метров. На, соси. Вот так. А, Франклин сам, да? Нифига себе, сила 100%. Поехали. Ну, не знаю, знаешь, теннис, наверное, как-то поактивней такая игра, да, теннис? Там хоть прыгать, бегать. Футбол бы был бы здесь, вообще было прикольно. Так, окей. Желтая это мячик Франклина, наверное, да? Так, ладно, погнали. Давай пробуем еще раз. И хлоп. А что я не ударил-то? Оп, хлоп. 93% удар. Сила. Нифига не рекорд. Not bad, not bad. Блин, как он 100% бьет? Нечестно. Exactly what I plan, huh? I must love the same. Опа, а кто кар спер? А, вон. Я думал, не успели отвернуться, уже машину сперли. Да, поехали. Да, да, скучновато, скучновато. Гольф это скучновато. Смотри, как батька бьет. Где мой мяч? Где мой мяч? Смотри. Сейчас чисто в лунку. Хлоп. Хлоп. И смотри, смотри, четко. А, нет, почти четко. Отлично. Че, во время гринча? Не попал, не попал. Сейчас моя очередь. А что, ты обоссался, что ли? Ой, я тебе что-то разбил? Ну ладно. Нормально, держись, мужик. Атаманом будешь. Так, где мой мяч? А, где там лунка? В смысле, где лунка? Я в упор не вижу лунку. А, вон. Так. А, это что за удар-то, блин? Смотри, он сейчас попадет стопудово. Но нет. Не попал. Хлоп! Блин. Так, ладно. Посильнее чуть. Оп. Чуть-чуть, блин. Можно так? Боги. В смысле? Пар. А что-то я не понял. Реально не понял. Так, короче, 5, 6. Я типа выиграл, да? А, к следующему тебе. Я типа выиграл, я не понял. Блин, не попал, хотел опять его толкнуть. Так, ладно. К следующему идти. А он первый бьет, да? Блин, как он 100% бьет? Смотри, смотри. Батька рулить. Батька рулить. Ты попробуй 100%. Смотри. И хоп! Блин, 98. Ну, все равно нормально. О, новый рекорд. Ваш самый длинный драйв. Окей. Так, куда мяч-то улетел? Пофиг, побежим. Пробежимся. Франклин, догоняй. Та последний, та обоссанная макака. Хе-хе-хе-хе-хе.
Так, где меч? Вот меч. Сейчас прямиком к лунке. Оп! 100% идеальный удар! О, да! Какие нахрен деревья? Нечестно, деревья помешали. Неиграбельная позиция. Почему у него неиграбельная позиция, в смысле? Ну, так нечестно. Так, не вообще ни капельки нечестно. Так. Да че это было? Так. Там опять дерево. И хлоп. Блин. Сам-то краб. Забодаю, забодаю. Excuse me, понятно? Excuse me. А чё это Франклин не бил? А, высокая трава снижает силу удара, понятно? Хлоп. Ой, я-то, наверное, перекинул сейчас. А, нет, нормуль. Not bad. Not bad, not bad. Ты охренела! Слышь, боги. А если тебе клюшкой шизануть? Плюс два. Я все равно впереди, да, получается? Наверное. Франклин. Майкл плюс два. Я, короче, не понимаю, как читать, как понимать. Так, ладно. Идем к следующему идти. Оп, подсрачника. В смысле? Вот так вот, прямо вот так вот, что ли? Ну ладно. Оп, 100% идеальный удар. Шлепс. Оба мы перекинули, короче. Давай, давай. Догони меня, если сможешь. Я еще могу как стрекозел прыгать. А в Африке горы вот такой вышины. Мужики, что интересного? Что там? А, на самолет смотрите? А что клюшки-то побросали? Прошу подпорить. В смысле? Я играю, не надо. Не надо, стой! Нет! Охренел вообще. Так, лунка. Там. Я бью. Вот так. Блин, переборщил, наверное, да? Не, ну нормуль. Смотри и учись, как это делать профессионалы. Подвинься. Смотри, вот лунка, да? Вот она, лунка. Видишь лунку, да? И хлоп. Там какой-то магнит стоит. Ветер подул. Не я один такой косой. Но я все равно лидирую, получается. Погнали. К следующей точке. Да-да. Сейчас как запульну. Хлоп. 100% идеальный удар. У меня просто идеальные удары. И даже дерево не задел. Все четко.
какой-то коронавирус. Нормуль, поехали прокатимся. Что-то я задрался пешком. Садись давай. Давай садись. Ла-ла-ла-ла. Блин, я думал. Я думал это. Не успеет сесть, ладно. Где мой мяч? Так. И хлоп. Блин. Не получилось. 100% удар. Да смотри, можно перекинуть и в этот, в озеро. Но все равно на грине. Ха, песок, песок. Ха-х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 а
на грине. Так. Моя очередь. Где лунка? Так, погоди, я не вижу лунку. Короче, лунка где-то вон там. Вот здесь. Я ее не вижу, правда. Просто. Опа! Видал как? Что в ад-то? Все равно хорошо. Пар. С легким пар. Ха-ха. Ха-ха. Промаш. Двойной боги. Я не понимаю вот эти вот штуки, короче. Хар, пар, двойной боги, боги просто какие-то. Хол ин уан какой-то. Вообще непонятно. Че, обратно что ли? Хочешь искупаться? Эй, сори. Эй, сори. Клюшку потерял. Ты клюшку потерял. Так, смотри, через озеро надо перепнуть. Смогем? Смогем? Да смогем по-любому. Смотри. Оп! И все. В реале бы я обязательно озеро бы ударил. Нифига, смотри, как будто, блин, баскетбольный мяч так отскакивает. Неплохо, неплохо. А если в воду попадет, я должен буду это? Со дна стрелять? Бить? Ударять? Может, еще интересно есть под водой? Франклин, давай за мной, освежись. Охлади свои траханье. Как в Сан-Андреасе говорят. Интересно, откуда он клюшку достал? Он же когда под воду прыгнул, короче, он бросил ее вроде как. Не в карман же убрал. Ой, та-та-та-та. Прикинь, так девахи идут, и ты им просто в лоб, или он садовнику. Под сраку. Not bad, not bad. Давай, давай. Догони, догони. Пешочком, блин, прогуливается. Если бы я пешочком прогуливался, то это... Опа, грабли. Аккуратно не наступи на грабли. Если я наступлю, ничего не будет. Они не той стороной, по-моему, лежат, да? Садовника бы. Фига, ну где, а где садовник? Во Франклина, прикинь. Где лунка? Я ее опять не вижу. А, вон, наверное, да? Вот это, наверное, лунка, лунка скорее всего. Лоб.
Куда? А, это не лунка? Я не дам тебе ударить туда. Это не лунка. Вот лунка. Это лже-лунка. Ай, переборщил. Что-то задумался. Да-да-да-да. Fucking game. 4-4. Ну, если он сейчас попадет, короче, у него будет 5. Он меня обогнал. А, 3. Я не понимаю. Или Франклин все-таки выигрывает? Что-то вообще ни хрена непонятно. Так, окей. Опа, как профессионалы бьют, а? Опа! Просто. Прям к лунке. Новый рекорд. Ваш ближайший драйв в клашку. Клашку. А чё стоит? Он, наверное, в шоке, как я так ударил. Оп, и смотри, как это делается. Сейчас. Я должен. Оу, да, Берди, Берди, Франклин Берди. Так. Чё у нас еще три? Франклин. А, Майкл, смотри, видишь, выиграл. Наверное, выиграл. Вот это желтое, наверное, это типа, кто выиграл ходку. Я так предполагаю. И... оп! Блин, ну почти. Ну ладно. И так сойдет. Кусты, блин! Это нормально? Неиграбельная позиция. А почему я не перебиваю? Из неиграбельной-то позиции. Ты ему главное дали перебить, а мне нет. Тебе подыгрывают, блин. Тебе подыгрывают. Окей, ладно. Опа, это что за дичь? Смотри. Найдена часть. Часть корабля? Фига себе, прикинь. Я часть корабля нашел. В камни просто головой нырнул. Так, окей. Смотри. Оп. Ну почти опять. Опять почти. Найс, найс. Найс. Еще какой найс? Вон самолет летит. Exactly what I plan, huh? I must love the sand. А я на грин попал, да? Или что? Почему он по два раза бьет? Или я на грин попал? Просто. А, ну да, я на грин попал. Вот это, наверное, мой. Ну ладно, допустим, вот так. Блин, переборщил. Ой, как переборщил. Ты видал, как переборщил? Если бы мне дали сейчас ударить, перед тем, как Франклин бил, я бы, наверное, забил. Хлоп.
Нечестно. Двойной боги. Непонятно. Так, ладно. Только попробуй меня выиграй. Я тебе потом дам пиндюлей. А, сюда же? Вот, да. Там что-то сломалось, короче, у него. Ты видел? Какой-то кусок отлетел. И хлоп! Идеальный удар. Даже дерево перелетел. Новый рекорд. Not bad. Новый рекорд. Я только рекорды сшибаю. Только рекорды сшибаю. Не споткнуться бы старикану-то. Возраст-то уже не тот. Так, ладно. И хлоп. Нет. И... А! Блин, еще деревья. Фу, кака. Кака. Ну, ему песок сейчас помешает, он тоже далеко не допнет. Почему два раза опять? Да, я не понимаю, почему он по два раза бьет. Что за херня-то? Сейчас смотри, неиграбельная, да, позиция. Еще раз он сейчас будет бить. Что за бред-то? Почему я не бил? Почему мне столько раз не дают ударить? Франклин. Ты козел. Ты знаешь об этом? У тебя подкупные судьи. Конечно, вот за три удара-то я бы тоже клунки добил. Ну что ж ты будешь делать? Все перекисил. Все перекисил. Снова грабли. Так, смотри. А если... А что будет, если я, короче, попаду прям в лунку? Возможно такое? Смотри. Ло... Блин, переборщил! Ну, почти. Нормально. Он сейчас забьет, смотри. Сейчас загонит. Ха-ха. Вот так. Fire no horror. Хор. Так, еще один, короче. Еще один разок. Вот сейчас мы сделаем. Сейчас я его сделаю. Франклин, держись. Прикинь, просто с первого удара, короче, попасть в лунку. Невозможно. Да? Наверное. Разбежались! А-а. Я думал, напугаю их, и они разбегутся. Да блин, почему? Да что? В смысле? Во. Еще один новый рекорд. Да ладно. Самый длинный драйв в лунку. Сам ты ступид. Франклин был ступида. Франклин был ступида. Beautiful. Beautiful life. Так. Ну, сейчас прямиком к лунке. Оп. И даже не перекинул.
Хорошо. Вовремя на грине. В смысле, вовремя на грине. Типа, так правильно? Типа, я так правильно сделал? Так должно быть? Да хорош, а? Почему он опять бьет? Смотри, он сейчас... В смысле? Какого хрена-то? Ты реально офигел, а? Нечестно, вот реально нечестно. Так. Идеальный удар. Берти! Франклин Перти опять. Победитель Гольф Сантоса. Я выиграл. Я все равно... Я вообще... Или я не выиграл? Кто выиграл? Ну, победитель, было написано. А, да, я выиграл. Я выиграл. Все. Я Франклину. Франклин, ты лошара. Может тусоваться дальше, а если не хочешь, отвези меня домой. Тебя еще и домой отвезти? Лошара! Лох! 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 Excuse me, понятно? Ладно. Поехали. Домой я тебя отвезу. Слушай, я хочу тебя кое-что спросить. Этот город что, сводит всех с ума? Когда мы сюда переехали, моя жена, сын, дочь, я... Мы все как будто свихнулись. Все, кого встречают, долбанутые. Этот город виноват? Или времена такие настали? Я тут всю жизнь прошел, кореш. Так что ты обратился не по адресу. Но если взять тебя... Меня, мою тетку и моих друзей-то, да, выходит, что кругом больные. Оп. Ну да, да, да. В этом городе просто, я уже говорил про это, вот эти чудаки, вот эти всякие. Их просто куда ни плюнь, тут одни, короче, идиоты какие-то. Какие-то больные. Отдохнешь там, проснешься, нормально будет все. Неподалеку есть кинотеатр. Не, в кино, ну уже не пойдем. Уже наигрались. Надо в душ сполоснуться. Потом как-нибудь. И в кино сгоняем. А это что? Ладно, брат, рад был повидаться. Точно, Мак, еще увидимся. Это типа автобусная остановка или что это? Что это? Куда его привез? Он сказал домой везти. Он же не здесь живет. Ну окей, ладно, допустим. Окей, друзья. Ну вот такая вот у нас серия получилась. Чисто, ну, поиграли в гольф, да. Можно будет в следующий раз теннис посмотреть, там, не знаю, кинотеатр сходить. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий, всем пока.